В этот день комиссия рассмотрела 14 протоколов, которые были составлены за нарушение тишины в ночное время. Статья 27 областного закона об административных правонарушениях Смоленской области. Нарушение тишины и спокойствия граждан в ночное время. Нарушение тишины и спокойствия граждан в ночное время с 22 часов до 6 часов утра в местах постоянного проживания и временного пребывания граждан. Учет предупреждения или наложение административного штрафа на граждан в размере от 1000 рублей до 3000 рублей. В процессе заседания административной комиссии по одному протоколу дело производства было прекращено. По 7 выписан штраф в размере 1000. Злостных нарушителей – это те, кто неоднократно нарушил областное законодательство и не явился на заседание комиссии – было решено наказать штрафом в 2000 рублей. По 4 протоколам с нарушителями побеседовали и вынесли предупреждение. Председатель комиссии Общественной палаты Смоленской области Владимир Исаев обратил особое внимание жителей и гостей города Десногорска на соблюдение тишины и спокойствия граждан в ночное время в общественных местах, в особенности на территории городской площади. Многие жители приходят, жалуются о том, что в выходные дни, в субботу и воскресенье на нашей городской площади после 22 часов громкие крики, нарушение тишины и спокойствия, питье спиртных напитков и так далее. Мы обратились в наш отдел милиции, нам ответ дали о том, что обратят внимание, но факты не подтверждают. Моя просьба лично, обратите, пожалуйста, на эти выходные дни, субботу-воскресенье, особенно после 23 часов, фейерверки запускаются и так далее, волнуют. Уважаемые жители и гости Десногорска, в преддверии празднования Дня города просим не совершать административных правонарушений, так как штрафы за это не маленькие.